Надуй, надуй пальчик. Ülviye Hanım, siz efirdesiniz. Artık benim esnemim. Niye siz? Это как в фильме «Элен и ребята». Сегодня в роли Элен, девочки, сегодня интересный эфир. Будет тандем Заур и Агаси. Заур готовим что? Гуакамоле. Что такое гуакамоле? Из чего мы его готовим? Авокадо. Авокадо, еще лимон. Лимон. Соль, масло. Лук. 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 Кладем лук. Агаша, мы что готовим? Хумус. Смотри, как у Хаймоси. Из чего мы готовим хумус? Ну. Из фестивального обеда. Солнышко, ну. Ну. Да. У нас здесь тахин. Тахин — это кунжутная, кунжутная паста. Оливковое масло. Оливковое масло. Ну и, соответственно, у нас еще... Вот перец и можно зира добавить. Зира, да. Ну что, поехали, вот у тебя весы, я тебе сейчас буду диктовать пропорции. А мы на скорость сделаем? У нас сегодня... Special guest. Да. Хумус, как и еврейская, так и марокканская, и тунисская, да, лаврицкий боб, да. Да. А гвакамоле у нас мексиканская, так что... А ребята у нас азербайджанские. Начинаем. Ну что? И взяли грамм, да, вот до сей, да, видишь, да, видишь, да? А ваша волнуешься, баланс? Нет. Нет, вообще. Ну тогда мне маленький ножик, куля. Звезда, а? Маленький ножик и вилку я тебя большую. Ваш, да, башка. Да. А я сегодня когда тебе надо будет на подхвате. Да, я тебе на лук позову, я уже понял, что ты специалист по луку. Раз, раз. Ты писал, что я специалист по нарезке. Ну, по нарезке. Где да. Народ? После соревнований. Да. Веселые старты. Да, а да. Я буду оценивать, я буду дегустировать. Ты знаешь, у нас была одна очень интересная история, так. Которую мы когда-то с Зауром были в Алтае. Я просто замиранием слушаю историю, да. Молодец, она подходила очень интересно к тому, когда мы делали яичко с помидором. А, окей, давай. Да. Так, Уля, а где у нас крышка от него? Какая? Сейчас я тебе помогу. Да. Не нашла я другую вилку. Ладно, я разберусь это. Да, хорошо. Сейчас, Агаша, я берем, сядь там еще. Я понял, не, брат, ты, я понял, все нормально. Я знаю, это проще же так, это не чисто, это такой авокадо. Нормально. А так он не пойдет? Ну, так же остается у него, наверное. Можно его? Нет, это мороженое. Как мороженое. А у нас же есть специально для авокадо, этот самая ложка, которая чистит. Да, сейчас я тебе дам. Чушку так не дал мне потрепаться, похвастаться. Слушайте, у меня все... Подписчики интересуются, что готовите. Повторите еще раз. За это тебе. И еще вот это вот тебе. Хорошо. Я ушел. Да, занимаешься. Возвращаюсь. Да, я чисто умучился. Надо работать. Заур, повтори, что вы готовите. Гуакамоле. Гуакамоле мексиканская. Закуска, соус, сальса, как хотите. Очень вкусно, очень полезно. Пока Заур чистит у нас там авокадо от кожуры. Фахриш, иди поближе и показывай, что делает Агаша. Рассказывай. Трястись руки. Я тебе говорю пропорции, дорогой. Давай. Значит, у нас... Оливковое масло. Давай 4 столовые ложки. Ага. Бура Ульвия Ханыма мэтбэхидир. А, видимо, с другого ракурса видит, поэтому... Нет, а может быть даже первый раз. Да, найдемся, она дальше. Агаша, ту историю, которую ты хотел рассказать про Алтай, она не смешная. Она очень смешная. Серьезно? Да, ее папа не дергала. Расскажи, хорошо. Нет, ну пускай вот у нас просто, она была соответствовала яичке с помидором. Да, когда ее папа уже готовили, да. Ага. Ладно, ты расскажи. Ну я что расскажу? Так, а пока у нас тут мут. Иди до конца. Да. Там будут и самые рабочие, не? Да. O birisi qabığından təmizdir, o birisi də qaşıqlayır. Məməzləri təhin, bizdə bu günləri humus hazırlanır. Klasik reseptidir. Heç nə qatmırıq əlavə. Və guacamole hazırlanır. Humus bizdə yahudilərin və ərəblərin mətbəxidir. Guacamole də bizdə meksikanların mətbəxidir.
Вакамоли biz çok severik. Her akşam demek olar ki biz onu yemek əvəzi, şam yemek əvəzi yiyirik. Məzəli. Sevə-sevə məzələrdir əslində hər ikisi. Və pəhrizdə doğru qidalanmada olanlar üçün məncə pis deyil. Amma bilmirəm, o qarğıdalı çipslər olur, olmaz. Məncə onlar da, başım işi o tani, biz glütenli. Рада нам подскажет, если я не ошибаюсь, в кукурузе высокий гликемический индекс, нет, и поэтому это уже не диетический продукт. Ну, туда с лавашем. Нут это белок, да. Ты сама просто... Не, я сама рада. Что говорить? Спрашивайте, слушайте, задавайте вопросы, задавайте вопросы. Давай я помешаю. Я не очень мешаю. Почем? Нет, работает. Сколько ложек рукой? А он все равно, мы его снизу можем на сколько всего размешать. 3-4 столовые ложки. Тахин для гостарин, мемезлерин. Тахин кюнчут пастасы. Мятле тахин, тахин тюрк мэтбэклэрлэ де шиньяттара. Популярды врулур. Бурда да биз врурук. Və ərəblər də, İran dükkanlarında çox olur, mən oradan alırdım. Mətbəxində də olur. Çox vurmuruq, çünki tahin on sitni, on delov olsa, сначала давай 3 столовые ложки, потом посмотрим. Добавь соль, а дальше вон соль. Уля, ты пропорции потом скажешь, что спрашивают пропорции. Да, все пропорции, девочки, напишу, не переживайте. И еще, Агаша, лимон у нас будет, 3-4 столовые ложки соль. Давай туда пол чайной ложки, пожалуйста. Пол чайной ложки? Да, дорогой, пол чайной ложки. Если будет чайная ложка. Зовут тебя не дал? Зовут периодически показывай. Какие вы сладкие. У меня такой не очень лицеприятный процесс. Сейчас я приду помогать. Нет, окей. А ты будешь добавлять? Да. Что? Да, обязательно. Тогда я тебе сюда ставлю. Так, мои дорогие, 3-4 столовые ложки почти. Давай. Когда выжимаю полностью. Да, да. Не все, потом если что, добавим, Агаша. Агаша спрашивает, гонах кимдир? Гонах, гонах bizim, demek olar ki, aile dostumuz demek yetmez, çünkü çok doğma kardeşimizdir. Ve Zaur'la Agasi neçe yaşından siz dostluğu edersiniz? Я думаю, что уже лет 40 точно. Да, 40 лет. Да, точно. Да. И так повезло, что вот вы четыре друга, они четыре друга, и все женаты, и друзья дружат, и жены дружат. Повезло же. Ой! Тогда и подожди, давай помешаем. Ага, вот так вот со стен. Окей. Очень интересно. Вообще его лучше вот такой штучкой, по-моему, мне кажется. Ну, раньше толкучкой делали. Сейчас женщины современные обленились. Покин заурбе ашпасты бяли. Мы ашпасты как-то перебили. Подписчики пишут, что бульон от нута добавляют вместо воды. Да, можно. Он будет вкус давать. Как правильно. Да. Он это очень шумный, очень. Давай переложим сюда. Одну ложечку. Хорошо. Да, что-то как-то. Вот, в принципе, еще чуть-чуть и он будет готов. Не-не-не. Он будет сильно шуметь, Агаша. Все. Мы не можем так поступить с нашими зрителями. Okay. Так, Миша, а ты почему не читаешь? Я уверена, что люди пишут. Пишут, ну, в основном спрашивают, что готовим. Ага, а еще? Да, газерланы, что готовим. Да, да.
Да. Тут подметили, что Заур бе авокадо ананасын ағлатты. А я знал, что это написано. Он сухого нахрен дарил в Алгере. Так что не вариант. Он 5-5. Вот смотрите, просто покажи аккуратно, я его извлек. Вот, это анасы ағламамыш авокадо это. А галдыор до авокадо? Нет, все же. Я пришла спасать своего мужа. Вот Мэсэти 75 пишет, что диэсэн иши бьютмюсюнэс, артык Заур бэйдэ мэтбэкдэ мэхарэтни гёстэрэр. Здороваются из Дубая, вон Агаша. Тут из Дубая тоже ассаламу алейкум говорят. Ва алейкум ассалам. И еще тут пишет, что iki kardeş nece de oxşayırlar. Baxın bir yerde bir kadrda. Я поэтому бадама делал, да, чтобы было отличие какое-то. Нет, чтобы похоже было, да, больше. Смотри, все на самом деле. Очки, борода, нос. Да, хорошо, ты знаешь, когда люди более 40 лет общаются, они более неволе уже начинают друг на друга быть. Ага. Очень удобно. Серьезно? Готовится хумус и гвакамоле. Окей. Кардаш дейлер, йо, кардаш дейлер. Садеча узун иллерин достудулар. Уля, это его, я не знаю. Да, да, это его, Агаша. Уля Феня тебе передает привет. От меня тоже, моя дорогая, красавица моя. От меня тоже. Я тут заказываю. Ты можешь иногда меня тоже, да, показывать, как я этот. Вообще. Как ты порхаешь тут? Пашу, как всегда. Я на бэк-вокале сегодня. Лук. Так. Лук даю тебе? Да. Только давай эти, только нужно одеть. Я сама его сделаю, Агаш, помоги за лук. Да. Лук тебе. Да, этот. Гавриил, покажи, пожалуйста, поздоровайся. Гавриил. Здоровайся. Это Агашин сын, Агашинин овлады, ады Габриэльди. Габриэль, что скажешь нашим зрителям? Как тебе Азербайджан? Спасибо, очень красиво. Любишь Баку? Да. А что тебе в Баку больше всего нравится? Салам гёндерэннер, саусу. Агашин. Рестораны. Рестораны? Все. А что из еды тебе больше всего нравится? У вас. У нас хороший мой. Вот меньше, Агаша совсем не алкоголь. Агаша, тут пишут, что хумус – главная еда в Израиле, это верно? Я думаю, что хумус – это она по всему Востоку же идет. Да, да, я тоже так считаю, что это не только в Израиле, по всему Востоку. Ты мне так сказал, я поэтому кубики, кубики, мелкие кубики. Агаша, традиционный вопрос – харал идала? Агаша Гюйчай, лидер. Агаша Гюйчай. Смотря, мы с тобой все слили. Да, мы с тобой одной крови. Одной крови. Куйрвия ханумын дэмчайни, хайшили подписчиклеры. Хайшили гюстеры. Куйрву чайдан да чай хакиятен чок-чок-чок татлы дэм алыр. Бу, это узбекский чайник или? Узбекский чайник. Я его привозила из Узбекистана в 2008 году. Ой, Агаша нас смотрит из Израиля, Лейла Ивазова. Шалом, шалом. Бели-бели, гюй-чай. Маленький этот, как? Лайфхак. Когда авокадо мнете, чтобы быстро не темнее, что покажешь попробовать? Лимоном, да? Лимоном. Нет, лимоном. Оставляем косточку авокадо в нем. Тогда он позже темнеет. То есть авокадо имеет свойство, что он быстро темнеет. Так гораздо. Ay cemaat, sizden insana enerji gelir. Çok pozitif insanlarsınız. Bakın, cemaate enerji gönderin. Нет, Агаша из Гюйчая, Агаша не из Красной Слободы. А чайник, чайник Вильвия ханым баяк гейдиляды ки Узбекистаннан алып кетирим. Узбекистаннан биз Бурда хар... учурдук. Американцы с нами, ребята. Да. То есть у нас интернациональный эфир. Скажи, бусинка там есть? Бусинка. С Америки. Бусинка пишет, мы все с вами американцы. Бусинка 66. О, видишь, как она шла. Камера вон, камера, да.
Göyçay'dan salamlar geldi. Gör, bizimkiler de buradaydı ya Gaşa. Görsen. Davlinca değil mi? Так, я понял. Туркмены с нами. Гуля. Туркменистан, целую вас. Боже. Это вам не Америка, я. Да. Еще скажи, что это не Гёте. Когда гранат выходит в сезон, все говорят, а, какой гранат? Гёте-айский? Исмаилинский? А ты говоришь. Вот и щеки подоспели. Ляма Мустафаева пишет. Привет из Гэнджи, ребята. Гэнджи-айдам... Дабл саламлар. Гэнджи-айдан үчінчі саламлар. Все, Акаш, пришло время рассказать твою юморту Помидорову Алтай. Это ты рассказывал. Акаш, на самом деле, ты начал и недорассказал. Бусинка пишет, что всегда с вами и очень любит вас. Гёйчай, третья школа, передает привет. Так. Как тебе, милочь? Привет из Москвы, привет из Сибири, привет из Нахчевана. Пишут, что эти чайники... Как-то раньше, как-то по-другому называли. Пахта. Это пахта. А, это пахта, ее пахта я смотрю. Шалом из Нью-Йорка, Агаша, special for you. Одесса. Боже. Уля, я не знала, что у тебя эфиры такие интернациональные. Боже. Ты видишь, как у нас получилось, да? Да. Иди сюда, Маська. С азербайджанской кухней никто не сравнится, как с туркменской душой. Обожаю эту женщину. Алмания дан салам. Гебра. Бестекер Ильхаме Адильгызы дан саламлар. Сау, Ильхаме хам. Сизе я Лейла из шоколада. Привет, любимая Уля. Берде, берде гэлди. Ай, маша. Чайнике гюздэйче, йо гюздэймэс. Икинчиси бар. Гюздэ. Оператора вернуть. Оператор это кто? Это Заур у нас да, оператор? Да, мы его вернем. Мингячеверден, чохлу саламлар, сарай кендинне нене саламлары. Заур, тебя требуют вернуть. Вернем, вернем. Кадр или передайте закат, мне закат. Привет. Данила Мишка просит, чтобы вы передали ей привет. Привет. Коричневая в центре гуакамоле, Заур отметил. Это косточка от авокадо для того, чтобы не чернел авокадо как можно дольше. Ульвия ханам, позитив Ульвия ханам, саламлар. Уля не еврейка, нет. Девочки, тут я вопрос. Сокровенная азербайджанка. Уля ханам, Ильхаме Адель Кузисты. Быстро озвучим, что мы сюда сделали. Майя Юхаева очень любит вашу передачу. Озвучивай. Авокадо. Готовим соба, туз, грязь, карвадал яга. Там с тенгары штырырых. Добавляем нового. Ричи Кичен, обращайтесь. Ричи Кичен спрятался. Лук, ях и лимон. Уля, у тебя очень... Мои дорогие, кукурузные, мямезды. Агаша из Москвы, привет. О, москвичам всем привет. Москва. Что ты, да? Данила Мишка пишет, что он азербайджанец и никогда не был в Азербайджане. Мы его ждем. Азербайджан а кто всегда сидит. Данила Мишка. Данила Мишка. Майя Юхаева пишет, что живет в Америке и всегда следит за вашей передачей. Уля. Спасибо. Спасибо. Нам очень приятно. Ты посмотри. Уля, сколько, как, точно, сколько людей да, ты радуешь? Уля, Заур, вы прекрасная семья, дополняете друг друга. Спасибо. Спасибо, значит. Нигяр Д.Р. Клинк, почему, а что, почему? Вы, пожалуйста, напишите свой вопрос, мы озвучим. Это тоже готово. Спасибо. Ой, мене мадашим да язда, Голландия, дан саламлар. Ага, Голландия. О, Голландия. Что убираем? А? Да, передача имеется в виду, наверное, эфиры. Ули пока нет передачи, да, Уля? Пока нет передачи. То есть эфиры называют, да, подписчики передачи, они так пишут. Да. Уля, Данила, Мишка просто твоя фанатка. Спасибо. Или твой фанат, по-моему, это мужчина. Я обожаю Улю, моя самая любимая блогер. Шеленкераннан саламлар. Чуть-чуть надо его проварить, еще это сделать. Пробить, потому что он не дошел до только ассистента, чтобы он был таким. А, он как? Чуть-чуть на зубок, да, да, чувствуется, он, да? Да. Готовится хумус.
и гуакамоле. Это там была косточка. Для поворота она похожа, да, тоже разъехать? Больше на 50 полезно. Я просто косточки оставляю. А что ты дальше предпокал? Мне нравится этот процесс. Как упаривать? Нарезка лука, выжимание лимона. Там, а лука лимона? Нет, ну все, достаточно любой, да. Подожди, подожди. Ну еще не помешали? Слушайте, там столько ртов ждут все это. Я уже представила. Лимон мало. Да, мало. Подожди, сейчас сделаем. Посидите. Лука много. У Ули такая дорогая посуда, машаллах, пишет. Данила Мишка, Уля Ахшан бир дене узярихте. Сэрден чайниктен да даныштылар, уже и другую посуду приплюсовали. Мои дорогие, у меня разная посуда. Вот и дорогая, и очень недорогая. Рассказывай историю про рейсинг тебе. Наконец, давайте уже эту историю. Приехали мы в Алтай, 3 дня утром хорошо питаем, всякие ошибки, бал, гаймах, фасон, дейнере. Все очень вкусно. На четвертый день мы, как чистые настоящие бакинцы, решили покушать яичницу с помидорами. Заказали на кухню. Смогут сделать? Смогут сделать. Окей, все делайте. Сидим, Игорь, Агаша, брат старший, Игорь, а ты, по-моему, не сможешь приготовить. Она что, оскорбилась, я обиделась, когда да. Вы сказали, вы знаете, как я надо пойду на кухню, сама, я бы пойду на кухню, посмотрю, что она там делает. Ну, пробились мы на кухню, нас не пускали туда, такая дородная женщина стоит. Пошли отсюда. Выгнала? Да, Игорь, я вам покажу, просто покажу, а вы сами сделаете. Че, я сейчас с помидорами сделал, что не смогу. Ну, хорошо, ладно, мы вышли оттуда, сели, через 15 минут нам приносят вот такой омлет. И в нем 4 дольки помидора. Ну, по идее, это яичница с помидорами, но не ту, которую мы претендовали, да? Так что, Ульяхан. А еще расскажите историю с детства. Это неинтересная история. Детство? Да, расскажите, да, как вы хулиганили, когда были маленькие. Вы были культурные мальчики. Нет, со скольких лет вы курили? Лучше давайте. Более, ну, это пропаганда этого. У них дети, Уля, у них дети, да. Я понял. Всегда история об этом умалчивает. Уля, возьми один штук этот, по фавору, Айра. Айра. Или начо, я тебе. Стой, возьми. Начо, один начо. Начо, окей. И нырни сюда, и пошли. Все, пока что помню достаточно. Еще один сделаю, все. Не делай. Он наоборот не даст. Ты соль добавлял? Да, соль добавил, но немного. Добавляю. Заур, а помидоры мелко нарезаны, это не классический это гвакамоле? Нет. Классический гвакамоле, авокадо сам, лимон. И соль. А перец? Это по вкусу. Перец, помидоры нарезают мелко. Мне казалось, вот мелкий помидор, оказывается, да, это уже делают. Импровизация. Да. А лимон добавляю еще? Можно добавить? Уля, сэнэ сурушулар. Ничесис! Вот здесь такой вопрос. Уля, хамада яхши. Маша. Все? Да. Помогай. Йорулма яснес. Ay que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo, que sí, que ты sí. Ты взял миски, да, Монте, да? Опа, гуакамоле, да, Лаша, миски взял. Тут пишут, что такое ощущение, что мы у вас в гостях. Давай, ты представляешь, как вы передаете атмосферу? Так нечестно, вы кушаете, а мы нет. Да. Перебей, Агаша, еще перебей, Бала. Вот тут? Нет, это у вас юкарда. Вот здесь? Ага. Да. И? Дай, подожди. Попробуй. И позовите всех детей. Вот так вот, держи. Давай. Угу. Сейчас мы завершаем. Можно мне? Да, там лук. Игра. Дай один гуакамоле. Нет, то, что уже достичь туда, да? Рынка, а? Я попробую, я хочу попробовать. Нам тут доктор Абрамов Радмила пишет, что дети ушли к соседу. Она нас... Что пишет? Она пишет, что дети ушли к соседу, к четвертому. Рада, детей всех своих, моих, ваших, всех спускать. Ушли? Да, ушли. К
Соседу до кузиру ушли. Сосед заманил их, мне кажется, этим. Гонагмус Москвадан гелен агаси мэллимдир. Уля. Айчан. Посмотри. Бакида яши, Бакида бёйян, хазырда Москвада яшиян. Юрей исе хэмше бурда олан агасидир. Все, сейчас делаем сервировку, ребята. Пишет Гонанус, кимдир, я вам не вношу ясность. Ахшамнус хэр, моя хорошая, какая компания, жизнерадостная, такая хорошая аура у этих людей. Всем привет, пишет Самедова Земфира. Бля, а что у меня теперь этот, Зарика, дай вот ту стеклянную штучку. Дай мы все там же, мы все на кухне у Ули. Да, у нас все готово. Кухня просто с другого ракурса, и вам, наверное. Да, ракурсы, как это поменялся. Поэтому возникает такой вопрос. На самом деле мы все там же, и тут же зал, и тут же место. Что, понравилось? Бомба. Оператор всегда за кадром. А если Даша вот здесь вот, да. Та-ля-ля-ля-ля-ля. Та-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю, с кем поведешься, а того и наберешься. Да, какая сторона? Муж и жена одна сатана, да разве неправильно? Где ты нас снимаешь? Ну, на хумус хазарды, ну, хуттан. Айджа? Легендарная кухня, машаллах, пишут. Бусинка пишет, ребята, с вами все так красиво и аппетитно выглядит, вы молодцы, желаю вам всегда так собираться и проводить время спасибо, вместе. Пошли. Ты знаешь бусинку, Агаша? Это Виола. А, это Виола. А, Виоле большой-большой привет. Виолочка, дорогая наша, спасибо вам огромное. Ждем гостя. Ждем, очень ждем. Виола когда последний раз была бабушка? Покажи, как я. Она была маленькая. Серьезно? Нет, он уж был. Она, по-моему, лет 8 А, теперь Уля наводит красоту перед подачей. Доктор Саида Мирзаева, вы должны были быть физически с нами, здесь, вас да. Нету. Да, торт готов, Сая. Бородинский хлеб готов, Сая. Все. Это у нас машина. Сая, может, все-таки ты приедешь? Или ты в дороге? Да, вот так вот. Да, бусинку узнали. Агаша знала. Я пытаюсь вспомнить эту песню «История Деона Мордзе». Не могу тут напомнить, yeah. Да? Так, кто сам? Сам Эрмел, кто это? А меня тоже ждет, пишет. Не знаете конкретно, кто? Нет, возможно, кто-то. Сегодня самый активный подписчик – это Данила Мишко. Он пишет, дай Бог этим людям всего самого хорошего. Очень приятные люди и прощается. А? Так, я сервирую и покажу подачу. Нет, все окей. Самира, Уля. Сам Эрмел – это Самира. А, это из Франции. Самирочка, привет, моя дорогая. Привет, моя хорошая. Вопрос был, Уля, ты ее тоже ждешь? Я знаю, чуть-чуть это. А зачем не надо портить Зайка вкус? Зайка не будет портить вкус. Это... Я ухожу, Лидвира, прощайте. Я это обиделся. Был, Уля, Самиру. Жду, очень жду. И мы с ней тоже сделаем эфир совместный. Они все одинаковые начосы? Уля, как? Нет, они разные. Это, эти вот. А это что? А это? Классно, Уля, очень красиво. А еще другие есть, Зайка, там еще один достань. Как ляли, подождите, да эфир закончится. Надо же видеть. Салонлар, габлары харда намысыз. Бу мен билен велироиды, дюздюр мен? Бу касамияды, her şey, hamısı. Bu da касамияды. Ну, yani велироиды, да, бу ю? Да. Бом. Ama alınıp her şey касамияды. Еще там один, дай мне пакет, он, видимо, другой. Зайка, под духовкой. Зайка, я вас потом накормлю после эфира. Если ж я не думаю, ты... Это то же самое? Вам похоже, да? Да. Да. Виталий, так он. Виталий, да. Дед, ну что-то молчит по поводу того, она едет или нет. Сай, ты еще успеешь приехать, дорогая, мы еще не сели за стол. А кто ведет видео, спасибо вам большое, благодарю.
Кто этот видео? Эфириниз донор язылар. Интернетле ола биси проблем ва? Нет, это где? Кирсин Чесунар, Казан Кирсин дали. Проблема была. Сколько человек в эфире? В настоящее время 122. Но они постоянно меняются, такая цифра. Девочки, это, конечно, неправильное питание, но это бомба. Для таких посиделок самое то. Да, особенно, когда вам не хочется заморачиваться с готовкой, просто собираетесь. Безалкогольное пиво. Ваш выход, Агаш. Правильно? Мы пиво не пьем. Мы сделали гвакамоле, хумус, и здесь у нас начосы. Хороший романтический филе. Да. И ты кайфуешь. Да. Тогда вы все должны идти. Комедия. Тоже вариант, да? Посмотрим комедию. Так, лишь посмотрим. Давайте. Так, теперь я хочу... Сая к нам не едет. Да, ты этот... Подожди, еще эфир не закончился, а это вся Хриша, моя дорогая, красивая, любимая, родная. Ой, и самая лучшая, да, я ее очень люблю. Фяхри, çok sağ ol, Mehmet'cim. Fəxri gilin evlərində biz qonaq dəfələrlə olmuşuq hamımız sizlə bir yerdə və Məməzlərim elə-belə canını açdıq, sadəcə gördük, biz istədik göstərək bizim evimizdə bugünkü axşamda necə abu hava var. Bunlara baxın, kişilər hansı yaşda olursa olsunlar, hələ də uşaqdılar. Öpürəm sizi, bağrıma basıram, resepti ümidlə paylaşacağım. Попрощайтесь, пожалуйста, ребята. Всё. Пока. Спасибо. Всем спасибо. Для тебя огромное спасибо. Спасибо, дорогой.